Всем привет, с вами Ариша. И это самое крупное расфокусное начало видео, которое вы когда-нибудь видели в своей жизни. Да-да. И вы, наверное, чувствуете, как из моего рта пахнет луком. Но это неспроста, потому что сегодня хол на моем канале с кучей крутых луков! И сегодня я вам расскажу о прекрасном магазине российского производства. Родина-мать зовет. Из магазина City Star. О да, я уверена, что именно сегодня вы зайдете на их группу ВКонтакте. Да-да, вот здесь ссылочка в описании. Да-да. Начнем с первого лука. Это очень крутой свитшот с мороженками, который подходит ко всему. К джинсам, к шортам, к юбкам. В общем, универсальная вещь. И, кстати, он очень утеплённый, поэтому вы можете его спокойно носить осенью. В любое время года. Второй лук. Замечательный костюмчик, кроп-топ и шортики, беленькие, да, я кухня такая крутая. Прекрасный лук, чтобы пойти на пробежку с утра пораньше, в 6 утра, ранние пташки, да-да. И я его уже пару раз носила, поэтому в такие пятна ужасные. Третий лук. Этот лук со вкусом арбуза. Замечательный утепленный костюмчик на лето и вообще, наверное, в любое время года, потому что этот свитшот действительно теплый. И легкие лосиночки с арбузами, которые поднимают каждый день настроение, потому что арбуз ассоциируется с настроением, ассоциируется с улыбочкой. И мне он очень нравится. И четвертый лук. Зум. Это самое любимое платье в моем гардеробе. Потому что здесь мой любимый мультсериал «Симпсоны». И самое главное, качество этого платья. Потому что здесь каждый персонаж, почти каждый, мне кажется, персонаж из всех эпизодов и серий. Это обалдеть. Даже на спине другие персонажи. То есть это настолько обалденно. Настоящие фанаты «Симпсонов» позволят себе купить это платье, даже если вы мальчик. Напишите комментарий внизу, какой вам лук больше всего понравился. Симпсоны, арбузный, Куин или мороженки? Прямо сейчас остановите на паузу и напишите этот комментарий. Написали, да? Наверное, успели. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И... всем пока! О, да, я думаю, вы сегодня точно залезете на их магазин. На крышу! И будете... Ой, нога застрелась!